Привет, друзья! Сейчас я вам покажу жуткие кадры предвестника апокалипсиса. Что это за создание? Кто он? Сейчас попробуем присмотреться получше и еще внимательнее. Замедляем съемочку и смотрим, кто это или что это. Человек-дракон или птица, или человек-птица, а может быть просто ангел, или даже черный ангел, который пришел на эту землю быть с нами. Итак, мы с вами начинаем. В Никарагуа, Латинская Америка, произошло это невероятное и необычное событие. В начале 2019 года был снят этот ролик, на котором можно было увидеть странное существо, напоминающее дракона или птеродактиля. Видеозапись попала в сеть, и она привлекла внимание огромного количества пользователей. Сейчас я расскажу вам немножко об истории Никарагуа, что это за страна, как она образовалась. Атлантическое побережье Никарагуа европейцы открыли еще в 1502 году. Это было четвертое путешествие Христофора Колумба. Сейчас мы с вами окажемся ровно в том месте, где происходили эти странные события. Мы поднимемся над Россией, пересечем Европу, пролетим над Польшей, Германией, переберемся на другую сторону Атлантического океана и окажемся посередине между Северной Америкой и Южной Америкой. Тут рядышком будет находиться, чуть-чуть повыше, Мексика, а рядом с экватором мы можем увидеть эту страну Никарагуа. Вот она, США, Мексика и вот Никарагуа. Вот именно здесь мы увидели этого человека-дракона. Внутри самой страны, в крупных ее центрах, случаются иногда очень жестокие кровопролитные события, когда митингующие выходят на борьбу со властью, пытаются доказать свою правоту и устраивают беспорядки. Полиция вмешивается, люди страдают и терпят очень большое горе. Но на празднике народные массы приобретают совсем другой акцент. Они превращаются в шаманов и колдунов, в нечистую силу, которая бродит по городу и создает эффект пришествия дракона и всеобщего хаоса. Так кто же управляет этим миром? Призрачные сущности или реальные боги, создатели Земли и все, что находится на ней? Останки реальных динозавров или драконов разбросаны по всем концам света. Этому находят подтверждение многие фотографии и рассказы реальных участников событий. Так давайте задумаемся над тем, кто он или она, чей-то вымысел или реальность. Это новый цикл видео обо всем неопознанном и необъятном. Оставляйте все свои мысли и соображения в комментариях. Я очень жду вашего ответа и все, что вы думаете по этому поводу.
Друзья, мы продолжаем наше путешествие по миру и познанию всего, что творится вокруг каждого из нас. До свидания и до новых встреч!